Еще при жизни Даниила Гранина называли классиком литературы. Он был удостоен множества почетных званий, занял в литературе и в истории нашей страны особое место. 1 января исполнилось 100 лет со дня его рождения. В честь этой даты библиотечный информационный центр подготовил выставку «Страницы пережитого». Первыми посетителями экспозиции стали ученики 13-й школы и представители ветеранской организации «Дети войны». Сегодня мы будем говорить о творчестве Даниила Гранина, о его книгах. И особое внимание уделим произведению «Блокадная книга», которая была написана в соавторстве с белорусским писателем Олесем Адамовичем. Будем читать отрывки из этой книги, будем исследовать вот эту блокадную реальность изнутри. В читальном зале библиотекари рассказали гостям о блокадном Ленинграде. Осада северной столицы стала одной из самых мрачных и в то же время героических страниц Великой Отечественной войны. Школьникам еще раз напомнили, что ни голод, ни страх, ни постоянные обстрелы не смогли сломить духа советских людей. Я считаю, что такие подобного рода встречи развивают в нашем возрасте, в людях нашего возраста патриотизм и гордость за свою любимую страну. В финале вечера ветераны Великой Отечественной войны поделились со школьниками своими детскими воспоминаниями. Наш российский народ должен знать свою историю и понимать, как жили и как живем, и сравнить, что было и что сейчас, и потому что дети сейчас очень многое не ценят. И у них нет того даже чувства ответственности, мне кажется, какое было у нас в 10-14 лет. Выставка «Страницы пережитого» в молодежном библиотечно-информационном центре продлится до 9 мая. Посетить ее может каждый желающий. Ирина Вышегородцева, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24.